Добрый день. На днях, точнее вчера, я прошел Far Cry 4. Вот. Решил поиграть в Assassin's Creed Unity. Ну, что могу сказать насчет оптимизации и прочего? Ну, вроде бы особых эффектов от патча я не увидел. Но... посмотрим на деле. Играл я в нее уже давно. Точнее, давно не играл, наоборот. И хочу сказать, что я даже забыл немного про управление. Некоторые действия, например, там... Блин, ну чё я вот сделал? Клинок просрал. Ну ладно. Так, в принципе, управление вроде вот простое. Тут в правом нижнем углу мы видим. Так, ну вот орлиное зрение. Это В. Убрать оружие. Укрытие. И достать оружие. Так, ладно. Так, а я забыл, как карту достать. Вот, Tab надо нажать. Я не думаю, что я буду в этой игре, так же, как и в Far Cry 4, отнимать много времени у себя самого. И... ну, скажем так, захватывать вот эти вышки. Это не вышки, это, я не знаю, как это называется. Ну, башня осмотрения или смотровая. Ой, нет. Я забыл. Точка. Блин, я забыл. В общем, чтобы открывать какие-то вот эти места, дополнительную карту открывать. Так, ну ладно. Сундуки. То есть в Far Cry 4 я больше разобрался, чем в этой игре. Но в этой игре меня интересует только компания. Так, значит. Еще я забыл, где тут, как обозначается задание компании. Вот, насколько... Нет, это я. Насколько я знаю, восклицательным знаком, да? Так, ну я ни хрена не вижу ведь сейчас. Так. У нас даже задания нигде не пишут. Так, а куда нам надо? Так, это быстрое перемещение, я так понимаю. А куда нам надо? А, вот там где-то. Ну-ка, стоп. Я правильно иду? Здесь где-то, да? Ну. Так. А я где? Сейчас, секунду. Ну-ка, вот так если сделаем. Вот это я, да? Ну, все правильно. А что тогда с заданием у нас компании? Где она? Я не вижу ее просто. Восклицательный знак. Ну, где он? Мы же здесь где-то? А хрен его знает. Погнали. Так, доберемся. Я честно, слушайте, ну как так? Я даже его не вижу, честно. Так, легенда, карта. Так, установить отметку. Не, нам не нужно. Ну я реально не вижу. Офигеть. Да, ну ладно. Погнали. Побежали, точнее. Так, ну что? Что за бред ты несешь? Я уж забыл, какие я функции даже прокачивал. Надо глянуть. Tab? Нет, не Tab, подожди. Настройки. Навыки, во. Ближний бой, смотрим, что нам тут надо делать. Так. Так, ну ошеломляющий удар, который улучшает противников на короткое время. Держите пробел, чтобы использовать этот удар в бою. Так, а вот дальний бой. Так, это не то. Незаметность. Так. Вы можете разделить орлиные... Так, это не то. Так, выбрать... Ага, ну это не то. Вот прокачанный, наверное. Так. Ага, описание стремительное и смертельное атака с воздуха отражается.
две стоящие рядом цели. Чтобы выполнить, нажмите правую кнопку мыши. Это левую кнопку мыши. Ну, что-то я вот это даже не помню, когда я прокачивал. Или он автоматически. Так, ну ладно, здоровье, что тут у нас? Что она делает? Одной всего не хватает нам. Вы можете... А, ну это нам не надо. Все. Все, погнали. Так, куда нам? Одну фишку займить. Ну ладно, не важно. Так, ну вот эта башня, видимо, осмотра. Вот. Ну вот, как вы заметили, с Far Cry-то я разобрался, что там за лаги были и все такое. Ну, а здесь что-то как-то я не знаю. Ну, многие говорят, что ее, видимо, плохо оптимизировали, я не знаю. Может, из-за этого. Да хрен знает из-за чего. Просто я не понимаю, что в этой игре такого, где... Что может отвлекать процессор ваш? Так. Микрофон включен, да, все видно. А то мало ли. Так, 20 метров что-то. Блин, ну все же, я не понимаю, где наше задание. Я его не вижу, ни хрена. Давайте, я не знаю, сделаем быстрое перемещение. Может вот это? Не знаю, давайте сделаем быстрое перемещение. Да. Так, да, переместимся. Может быть, ближе окажемся. Сейчас глянем, что там у нас. Что там за ботва? Ну, вообще, охота пройти эту игру. Чисто для коллекции. Так, я вообще не понял. Вот, теперь задание там где-то. Ссаное задание где-то оно... Вот, ну вот оно, как я его не заметил. Ну, так и знал. Так, здесь быстро переместиться где-нибудь есть? Место поближе. Так, 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 вот. Где-то я... Вот, вот здесь. Да, перемещаемся. Да, перемещаемся. Надо четко отвечать. Переместимся? Конечно, переместимся. Так, быстрее. Ну что ты так долго перемещаешься-то? Сохранение, все, сейчас. Сейчас можем снова играть. Вот, все. Так, и нам прямо. Сток сена есть? Так, стоп, а как спуститься? Блях-муха, забыл. Я забыл, как спуститься. По-моему, Ctrl. Или shift. Нет, shift это вверх подниматься. Так, как тут спуститься-то реально? А, shift. Ctrl, наверное, нет. Какая-то близкая клавиша. Не, не Q. Блях-муха, я забыл, как... А, может... Так, ладно. Что тут у нас есть? Параметры. Это что такое? Настройки. Настройки управления, наверное. Вперед, прыжок, атака, взаимодействие, бросить бомбу, орлиное зрение, использовать лекарство, перезаряжение, знаки, карта, предыдущий клинок, клинок, берсерка. Так. Это уже что-то не то. Непонятно, непонятно. Пригнуться. Ну, Ctrl вроде бы, да? Ну, Ctrl. Почему он не хочет Ctrl? Ctrl, Ctrl. Пипец, я забыл. Ну, там сено. Да. Так, а как? Как быстрое убийство сделать? Ладно, насрать. Я не помню. Так, ну как же спускаться-то, друзья мои? Я что-то даже не помню. Орлиное зрение. Так.
Ну, во все времена были шлюхи, так что ничему тут удивляться нельзя. Так, орлиное зрение. Ну ладно, насрать, в принципе. Но нет, в принципе, как раз таки и не насрать. Надо пока что насрать, а потом... Так, это что, дополнительные какие-то задания, эй, что ли? Сюда. Задание повышает... Повышенные сложности приобретаете навыки, оружие или снаряжение, чтобы повысить свой уровень. Чё ты забагался, что ли? А, да, ну... Баги здесь, это не... Слушай меня. Я сказал, давай все свои... Что я сделал? F, что ли? Так. А чё, его смотреть нельзя, да? О, мерси, это божество, assurément. Мерс, ух ты, охранники. Ну... Охранники меня тут недолюбливают, я так понимаю. Так, хоть прошу прощения. Просто проверил. Вот наше задание за этой стеной. Или где она? Так, ну вот, давайте спустимся. Как же тут спуститься-то? Вот, наверное. Наверное, знаете, как я просто знаю, наверное. Да, наверное, вот, все. Кнопку действия надо нажимать. Е-буковку. Я так и знал! Элиза! 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 Черт! Где же? Ой. Вуазен? Проклятие! Так. Найдите Элизу. Ага, и точка сразу. И вот там 134 метра. Что-то искать-то. Ладно, это круто, когда все-таки показывают, куда надо идти, а то я никогда не любил какие-нибудь там бродилки. Ну, точнее, они очень заинтересовывают, точнее, от них не оторваться, но когда отрываешься, понимаешь, что ты просто время тратишь зря. Ну, лично я так. А, ну вот здесь, да. Защищать. Что ты тут делаешь? Потом! Вот и лаги. А как быстрое убийство? Как-то Е, по-моему, подойти нужно, да? Парировать как, я забыл. Ку, П. Ку, Ку, наверное. Нет, не Ку. Нажмите что-то там. А, Ctrl. Нет, не Ctrl. Элиза, Бет, молодцом. В чем дело? Где Лафреньер? Убит. Что? Бежим, все потом! Ну, сильно побежали, нафиг. Палят в нас. Защищать? Да ёб, ну набегу, это же не вариант. Побежали, побежали. Как? Е. Вот. Тут мы не пройдем. За дело? Ну да. Ой-ой-ой, что я делаю? Я F нажимаю, зачем? Я забыл, как быстро убийство. Так, не быстро, а вот приемом каким-то. F нажимаю по привычке после Far Cry. Я что-то не знаю, куда идти. Залезу наверх и гляну. С удовольствием. А, стоп. Так, а пистолет на какой у нас цифре? 1, 2, 3. Куда идти? А, все ясно. Так, что нам нужно сделать? Так, решить первую головоломку. Так, а я не знаю, куда идти. Сейчас мы осмотрим. Ой. Ну. И чё? Так. Чё тут надо делать-то? Элиза идёт прямо... Ага. А, ну всё, ясно.
Сейчас смотрим. Как мы выберемся? Я думал, сейчас какая-то катсцена типа будет. Ну, заставочка. Мини-заставочка. Ну, сейчас глянем. Так, 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 сейчас. А, так тут перелезть что, нельзя, что ли? Ну ладно, вот тут дверь, но тут саный стражник, поэтому идем вон там. Ага, ага, ну тут недалеко все. Мы выберемся. Да выберемся, выберемся. Так, а я знаю, что делать. А, нет, подожди, там не обойдем. Все-таки придется. А, можно, знаете, что сделать? Наш невидимый клинок. Ну-ка. Ах ты, бляха-муха. Признайся, ты заблудился. Где убийца? Да не заблудились мы. Эй, че, он не сдох? А как на него прыгнуть? Можно, нет? Так, сейчас мы посмотрим по навыкам. Можно ли у нас такой? Нас... Какого хрена у нас нельзя настроить навыки? И вообще, как навыки глянуть? Все, последнюю бомбу израсходовал. Ладно, не жалко. А, ну тут вот подкат какой-то можно сделать. Да есть, есть. Так, значит, используем орлиное зрение. Ну-ка. Да, буковку Е надо нажимать. Так. Так, 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 так. А у нас здесь... А, ну вот, все туда. Ой, слушай, заткнись, пожалуйста. А, ну все, дверь. Так, а там кто-то есть, да? Бляхмуха, тут взламывать надо. Ну, взаимодействие. Чё не так? И? Чё не так? Я взаимодействую. Буковка Е. Куда? Не знаю, я перелез. Ладно, погнали тогда поищем другой выход. В любом как-то здесь надо выйти. Так. Элизабет идет к нам вроде бы. Так. О, клинок добыли. Это не... Это очень хорошо. Ой, эти здоровяки. Не, нафиг. Да, ну они меня не должны заметить. Так, ну этого сейчас... Как мы выберемся? На ближний бой. Так, и... Все, походу, мы почти выбрались, да? Или нет, я забыл. Вот тут где-то выход. Его просто. Иди сюда, червяк! Я тебя в порошок сотру! Ну, я заблудился, кажется. Мы выберемся. А, вот, все, да, все правильно. Ну все, погнали, Элизабет. Дорогая моя. Впереди девочка. Двое. Ты бери этого, я его дружка. Их слишком много, не проскользнем. Уберем их всех вдвоем. Главное тихо. А чё, другого пути нет, что ли, блин? Обязательно туда. Ну, сейчас осмотрим. Стоп, стоп, Элизабет там уже пошла, кромсатик пошла. А я тут расхолаживаюсь. Прошу прощения, мадемуазель. Кажется, это все. Готово. Но впереди большая группа. Так давай пробежим мимо. Здесь не проходила. Стоп. Девушка. Не сюда. Нет, прости. Стой! Стрелки! Вижу их. Может, стрелки. Ну и что мне сделать? Стрелки, это у нас время для пистолета, да? Глушитель есть? Все, все, запаниковали, запаниковали. Кто за мечи? Так, берем один. Да. А, нет. А что произошло-то, я не понял. Здоровушка, что ли? Что-то за здоровушкой не слежу. Ну, давай так не с самого начала, пожалуйста. Эх, пожалуйста, не с самого начала. Хотя бы вот только что сдох вот оттуда примерно. Ну? Впереди двое. Ты бери этого, я ну ладно, отсюда, хотя бы. Что теперь?
теперь? Их слишком много, не проскользни. Зато знаем, что делать. Вдвоем. Так, главное, мы все равно берем пистолет. А, можно гренку использовать. Кстати, Аку, по-моему, восстанавливает дорожку, да? Девушку не видели, высокую рыбу. Готово. Но впереди так. Большая группа. Куда теперь? Я не вижу. Здесь не проходила девушка? Нет, прости. Ну, сейчас мы его быстро замесим. Вот таким вот образом. Ну, этого тоже. Стой! Стрелки! Вижу. Может, крыша будет видно лучше? С крыши будет... А что, она намекает на то, что на крышу нужно залезть? Можно. В принципе, можно. Но мне без разницы как-то. Так, ну она с ним разберется. А, вон та вон, засранец. Все, разобрались. Так, похоже, последнее. Что это было? Объяснить. Вот как это, вот что это было? Че, проиграл, что ли, опять? Че произошло-то, я не понял. Далеко они не ушли. А. Найти их! Беги, я отвлеку их. Коряво немного вышло. Беги. Завтра кафе-театр. Я все объясню. Чокнутый. Я приду. Я могу опоздать. А почему сбежать нельзя? Можно, да? Так, убейте сыщиков. Ты мой! Отойдите! Мочи, я никого не вижу, ёпрст. Офигеть, а чё их так много-то? Стоп, да стоп, да беги ты, ёпрст. Да беги! Какого хрена происходит? Уворачивайся, ёпрст. Побежали, бегом, уворачивай. Какого фига он так быстро бежит? Обалдели, что ли, вообще? Бегом. Убийство выстрелом в голову. Еще одному нужно засадить. Воу. Быстрее, прошу. Быстрее. Так. Ну. Так, нет, подождите, надо взять... Да блин, уберите мне это. А, ну все, блин. Революции такие не нужны. Вот вам. Да что ты делаешь? Сейчас. Вон он, да? Это враг? Я же хороший! Хорошо бью, хороший. Режу, рву! А теперь висеть! О! Выстрел в голову, все. Блин, надо было продолжить, а я что-то тупанул. Все, теперь как продолжить-то? Все, теперь надо идти вот сюда. Да. Куда тут? Так, а здесь нельзя быстро переместиться. Ну хорошо, придется идти, блин. Ну я чисто для того, чтобы завершить задание, выстрел в голову. Единичку теперь ставим. Как-то... Опа, давай наверх. Побыстрее. На крышах чувствуешь себя уверенней. В этой игре. Так. Ладно, погнали по крышам. Так, ну-ка. А, давай.
Так, а сколько нам примерно гнать-то туда? Ну-ка, допрыгнешь? Только допрыгни, пожалуйста. А то будет неприятность, как в одной из серий. Прыгнул, ёпа, там это... Ну, сдох, короче. Ага. Так. Особняк Де Санс. Расположенный на берегу Сена... Сены. Особняк Де Санс. 1475 год. Вместе с особняком Клюни является последними остатками средневековой парижанской архитектуры. Ну, я думаю, многим может быть это интересно. Но давайте уже продолжим. О, какая приятная неожиданность, мой друг. Нафига нам это надо? Так, здоровье стоит выпить немножечко. Давай уже. Ой, блин, не дайся. Об столь... Об, как сказать? Об столь мелкое дно. Все, погнали, здесь можно забраться. Я уверен. Стена для нас не преграда. Так, вот тут три человека нарисованы. Кафе, театр. А, ну все правильно, да, мы встретимся. Письмо, что ли, какое-то или что? Где-то здесь. Вот оно, 10 метров. Так, это что? Париж. 23 сентября 1780. Так, любезный Арно, не думала, что в Париже бывает так скучно. Только представь себе, не я думала, что в Париже в удивительном городе, скучно. Но все, что только я вижу, это себе. Страницы учебников. Я в удивительном даже городе. Та зима в Страсбурге прошла веселее. Даже помнишь, зима в целую неделю шел веселее. Снег, и нельзя было выйти. Помнишь? А все книги в доме целую были на немецком. Целую неделю шел снег, мы и нельзя было Пора выйти. Поверить, а все книги что в доме были на немецком. Призрак юного француза. Кого принца. Мы заставили повара поверить, что его преследует призрак юного франкского принца. Без... И бедняга отказывался покидать без... кухню без четок и Библии. А, ну она читает. Так. Ну! А, все, вот так надо просто выйти. Так, не понял. А, внизу там где-то, да? Хорошо. Полюбуемся. Хотя чем тут любоваться? Да залезь или нельзя, я не пойму. Что-то он как-то спокойно себя здесь ведет. Все, давай. Погнали. Yes. Эй, я же вроде выполнил этот. В голову-то. По-моему, да. Ну, точнее, да, но... Не знаю, дали мне за это что-нибудь. И снова добрый вечер. Сегодня наша тема религия. И я начну вопрос. Ну? Ну? Ты весь в делах? Выслеживаю убийцу твоего отца, да. Удачи. Он убил почти всех моих союзников, а остальных запугал до полусмерти. Он неуловим, как будто призрак. Я его видел. Что? Простите. Да? Где его найти? Не уверен, что надо. Он убьет тебя, Элиза. И? Хочешь защитить? Я хочу помочь. У братства есть средства, люди. Это дурацкая шутка. Я не доверяю ассасинам. Глупо судить Господа по деяниям его тесных слуг. А мне? Судить республику по некоторым ее представителям. Я не изменился, Элиза. Помнишь, как я отвлекал повара, пока ты крала варенье? И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полном собак. Хорошо. Отведи меня в братство.
Я их выслушаю. Они будут счастливы. Ну, я тебе скажу, чувак. Точнее, что это было? Почему там так за кадром громко говорили? Это что? Чёртов тамплиер. Что он творит? Да ну. Да-да, безопасность для них самое главное. Два раза направо, 73 шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, все верно? Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так, кто у нас тут? Арно. Меня зовут... Боже ты мой. Снимите повязку, какой абсурд. Я Элиза де Лассер. Мой отец Франсуа де Лассер, великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Так-так. Мирабо! Будем снова продолжать этот бессмысленный спор? Будем, если нужно, мастер Кимар. Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь де Лассера была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель де Лассер. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мертв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк, чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им ее голову, чтобы не наглели. Белек. Довольно. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель де Лассер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чем поговорить. Друг мой, как дела?